Всем привет! С вами Егор, и сегодня мы с вами будем спасать планету. Точнее, посмотрим, как другие спасают, а заодно и немножко подтянем английский. Накануне Дня Защитника Отечества предлагаем разобрать фразы защитников мира из вселенной Marvel. Готовы? Тогда let's get it started! Один из самых харизматичных героев – это, конечно же, Тони Старк, Железный Человек в исполнении Роберта Дауни-младшего. Помните эту знаменитую сцену из «Мстителей», когда Капитан Америка спрашивает Тони, кто он без его железного костюма? Big man in a suit of armor. Take that off, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Капитан Америка говорит, Big man in a suit of armor. Take that away, and what are you? Здоровяк в железном костюме. Сними это все с тебя, и что останется? А Тони ему отвечает. Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Гений, миллиардер, playboy и филантроп. Неплохо, правда ведь? Кстати, Железный Человек единственный супергерой, который не скрывается от общества. Есть даже такой мем. Супермен такой. Никто не должен знать, кто я на самом деле. Бэтмен. Чтобы защитить свой город, я вынужден носить маску. Человек-паук. Никто не должен знать мой секрет. И Железный Человек. К черту все, я Железный Человек. Кстати, вот это вот Scrooge довольно популярно в разговорном английском. Переводится как к черту, плевать, катись оно все. В общем, подходит для случаев, когда материться не пристало, но обозначить свое отношение к ситуации очень хочется. Едем дальше. Еще один полезный разговорный оборот нам поможет изучить Тор. All right, well, no more smashing. Deal? Have my word. All right. Well, no more smashing. Deal? You have my word. Даю слово. Тут Джейн Фостер в исполнении Киры Найтли просит Тора ничего больше не разбивать и не крушить. Он отвечает ей You have my word. На русский это переводится как даю слово. Например, You will get your money. You have my word. Вы получите деньги. Даю слово. Кстати, есть еще одна забавная сцена с Тором, из которой можно почерпнуть интересную лексику. I don't think we should be focusing on Loki. That guy's brain is a bag full of cats. You could smell crazy on him. Have care how you speak. Loki is beyond reason, but he is of Asgard, and he is my brother. Брюс Бэннер говорит, I don't think we should be focusing on Loki. That guy's brain is a bag full of cats. I could smell crazy on him. Не думаю, что нам стоит концентрироваться на Локи. Неизвестно, что у него в голове. От него разит безумие. Тор ему отвечает. Have care how you speak. Loki is beyond reason, but he is of Asgard and he is my brother. Have care how you speak переводится как следи за языком. Думай, что говоришь. Так можно ответить, если ваш собеседник начинает грубить или как-либо нарушать ваши личные границы. Have care how you speak to me. Следи за тем, как ты разговариваешь со мной. Еще интересная фраза. Loki is beyond reason, что означает, Loki переходит все разумные пределы. Его действия за гранью понимания, за гранью добра и зла. И последняя на сегодня сцена, в которой, кстати, тоже упоминается Loki. Loki's gonna keep this fight focused on us, and that's what we need. Without him, these things could run wild. Loki is going to keep this fight focused on us, and that's what we need. Without him, these things could run wild. Локи продолжает фокусировать на нас эту битву, и это то, что нам нужно. Без него ситуация может выйти из-под контроля. Здесь нас интересует оборот could или can run wild. Означает выйти из-под контроля, остаться без присмотра, одичать. It's the school holiday. Children can run wild. Сейчас школьные каникулы, так что дети без присмотра. Ну, а я надеюсь, что смотреть этот ролик было так же увлекательно, как и наблюдать за приключениями любимых супергероев. Не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. И нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. А с вами был Егор. See you next time. Bye-bye.